Ну, я хочу сказать, что, конечно, очень интересно. Вот передо мной, впереди, покажи, пожалуйста, пляж Периколос. Периволос, вернее, Периволос, а дальше там Перика. Вот, зашли в магазин на пляже, прикольно. Значит, все по 4 надо им написать. Купили воду 4, мороженое 4, кофе 4. Прошли вот вперед, да сюда, уже нам все в гору надо подниматься. Сначала все понятно-понятно, а потом мы доходим до такого места, где написано тур, ослиный тур. И муж говорит: так, подожди, надо посмотреть, куда дальше-то идти. А потом говорит: а что тут смотреть-то? Надо просто по ослиному говну идти и все. Короче, у него такая говнянская логика. Где ослиные какашки, туда нам и надо идти. Вот. В общем, мы тут поднялись уже немножко. Ну, реально, еще совсем немножко поднялись. То есть вот город внизу, этот Переволос, да, наверное, не город называется. Город-то называется, я тогда говорила, Мега, я его Мегаушники назвала. Нет? Думаешь, этот город тоже Переволос называется? А? Нет, Перика дальше же, мы до нее не доехали, ты сказал, давай выйдем. А, понятно. Ну, в общем, короче, передо мной либо Перика, либо Переволос. Вот, а мы идем наверх, в старую опять Фиру, где мы уже были, поднимались со стороны пляжа Капари, а теперь вот с этой стороны. Ну, ветер сильный, я боюсь, что плохо слышно, поэтому заканчиваю свой репортаж. Всем привет! Санторини!